Котельные городского округа Люберцы готовят к предстоящему отопительному сезону. И если на одних объектах достаточно провести плановый профилактический ремонт, то для работоспособности других нужны более масштабные вложения. Наша съемочная группа побывала в Малаховке. Там сейчас завершается реконструкция одной из старейших котельных. Котельная на Быковском шоссе построена ровно 60 лет назад. Она обеспечивает теплом и горячей водой территорию МЭС, куда входит 62 многоквартирных дома, 4 школы, детский сад и поликлиника. Со временем котельная перестала справляться с нагрузками. Мощность, которая потреблялась этой котельной, она была более 19 гиг в час. А котельная вырабатывала всего 9. Поэтому здесь, когда морозы зимой, за 20, то понятно, что шли жалобы и недовольства были. Решить эту проблему помогла масштабная реконструкция. На территории старой котельной построили еще один блок и установили в нем современные котлы, тем самым увеличив мощность более чем в 2 раза. В зимний период времени в любом случае будут работать 2 котельные при особо низких температурах. При температуре где-то до 0 градусов мы спокойно можем обходиться вновь построенной котельной, которая на 12 гиг. Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы. Руководство теплосети оформляет и документы на разрешение ввода объекта в эксплуатацию. Получить паспорт готовности котельной к предстоящему отопительному сезону планируют в середине сентября. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.